Акция Федеральной службы судебных приставов «Узнай о своих долгах» проводится во всех регионах страны в преддверии майских праздников. Сейчас соскучившиеся по солнцу и теплу жители Севера уже начали собираться в отпуска, и наличие непогашенных долгов может стать неприятным сюрпризом. Чтобы не случилось ситуации, когда гражданин приехал куда-то в отпуск, вдруг у него там заблокировали карту, он узнал о том, что у него запрещен выезд за пределы Российской Федерации, и проводится данная акция. В день акции сотрудники службы судебных приставов проводят личное информирование граждан о задолженности в общественных местах. Любой желающий может получить интересующую его информацию специалистов, узнать о безопасных способах погашения долгов или оплатить их в мобильных информационных пунктах. Узнать о своих долгах можно и не выходя из дома. Для этого достаточно зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов. Вводим свою фамилию, имя и отчество. Нажимаем кнопку «Найти». И получаем необходимую информацию. А еще можно зайти на портал госуслуг или воспользоваться удобным приложением ФССП на мобильном устройстве. Всеволод Краснов, Борис Савельев, ТВ-21+.